К сожалению, с каждым годом растет число детей, которые по каким-либо причинам не могут жить со своими биологическими родителями. Поэтому очень важно поддерживать приемные семьи. На данный момент, по сравнению с другими европейскими странами, эта помощь в Латвии небольшая, как материально, так и в плане других услуг. Агентство социальной помощи разработало проект «Система поддержки латвийских приемных и гостевых семей, усыновителей и опекунов». Эти дети, они с чужим опытом, не с чужим менталитетом. У них этот опыт, может быть, был насильным, и они не понимают многие вещи, когда их помещают в приемную семью. Они, в другой раз они удивляются, они не могут прижиться именно потому, что у них нет такого хорошего опыта семейного. И тогда мы видим, что этот проект, который... сейчас реализуется сотрудничество с норвежским инструментом, финансовым инструментом. Он покажет самоуправлением, каким образом можно сотрудничать с семьями. Воспитывать не своих детей намного сложнее, поэтому специалисты во всех регионах Латвии будут помогать этим семьям успешно адаптировать приемных детей, оказывать психологическую помощь, консультировать в кризисных ситуациях и предоставлять необходимые социальные услуги. На эти нужды выделено более 109 тысяч евро. В Риге такая программа уже успешно работает, и теперь она будет доступна и по всей стране. Нам необходимо спланировать и обсудить со специалистами встречи с целевой аудиторией. Главное, чтобы семьи поняли важность помощи психологов и психотерапевтов, ведь иногда люди просто боятся к ним обращаться. Также мы хотим сотрудничать и с самоуправлениями, ведь их поддержка не менее важна. На данный момент идет активная подготовка к практической реализации проекта. Программа продлится до февраля 2015 года. Более подробную информацию вы можете узнать, позвонив на один из телефонных номеров, выведенных на экран.